любезные. Кто вы? Вы кто? Рабочие. Рабочие. Вот я начальник организационно-правового отдела Думы. Вы сейчас приходите, вот мой трудовой договор. Вы приходите, я так понимаю, менять здесь замок. Здесь да. находятся материальные ценности, которые, за которые я отвечаю. Но кто вас послал, для чего и почему? Мастер. Какой мастер? Фамилия мастера? Точкарь Андрей. Точкарь Андрей, замечательно. Не дай бог здесь что-то вскроется, от меня будет написано заявление в полицию. Я вас предупреждаю об этом официально, потому что там находятся ноутбуки, там находятся материальные ценности. Я вас об этом предупредила. Ваша фамилия как? Моё. Да. Навалов Сергей Михайлович. Замечательно. Вы работаете где-то? Ну, вы работаете в... Нет, ну, сейчас-то вы пришли, вы же работать пришли. Ну, значит, вы где-то работаете? Нет, вы какие к нам претензии? Я вас спрашиваю, что вы здесь делаете. Вы сразу предъявляете нам то, что мы будем скрывать. Потому что там находятся материальные ценности, за которые я отвечаю. Это вы предъявляете вот там администрации. Я никому ничего предъявлять не буду. До свидания. До свидания.